Акция на густое масло 47 рублей. Сейчас буду искать, есть ли репейная. И снова в продаже вот такая густая маска с какао для волос, восстанавливающая. Стоимостью 77 рублей. С пребиотиками, не содержит консервантов. Хорошие масочки. К сожалению, ни одного репейного. Но возьму крапивное. Интересная новинка — это шиммер, мерцающая соль для ванн. 149 рублей за 100 грамм. Насладитесь мерцающим эффектом вместе с шиммером от Bomb Master. С мерцающей солью для ванн вы испытаете позитивную эмоцию и получите омолаживающий эффект. Производитель Санкт-Петербург, это ИП. И покажу вам поближе состав. В продаже разные варианты. Новое туалетное мыло от завода братьев Крестовниковых. 100 грамм, 27,50 с голубой глиной для лица и рук. А вот такое мыло 190 грамм сейчас по акции 47 рублей. Это цена по карте фикс прайс. Интересная новиночка от Синдо. Это Urban маска для лица 3 в 1, матирование и очищение. Умывание, маска и эксфолиант. 100% натуральный. 55 рублей за 77 миллилитров. Поближе вам покажу состав. Еще вот такие Go-Go маски. Насыщает витаминами, мультивитамины и стимулирует обновление для лица. Здесь еще ценника нет, только-только их выложили. Это также Парли Казань. Вот Le Petit Marcelier, вот такой новый шампунь Фикси продается. Это блеск и сияние для лишенных блеска волос. Эссенция мака и грейпфрут. 250 миллилитров. И второй вариант для нормальных волос — силы и блеск, яблоко и листья оливы. Такая новиночка от Ханами. Это гиалуроновая пенка для умывания с гиалуроновой кислотой и ниацинамидом. Деликатное очищение, увлажнение для всех типов кожи. 125 миллилитров, Парли Казань. Второй вариант такой пенки — это обновляющая с молочной и салициловой кислотой для жирной и комбинированной кожи. Вау, в Фикси есть Эльсев большой. Глянцевый блеск, шампунь с экстрактом розы и 6 микромаслами редких цветов. Глянцевый блеск и гладкость без утяжеления для волос, лишенных блеска. 400 миллилитров, 199 рублей. В мужском отделе продается щетка-скребок для автомобиля, неповоротная, 299 рублей. В разных цветах есть вариант поворотной щеточки. Ее стоимость также 299 рублей. С обратной стороны скребочек. На мой взгляд, самые удобные щеточки именно такие. Ну и вот, наконец-то вернулся Фикс клеевой пистолет. Только теперь он раза в два так побольше. И стоит он 199 рублей. Раньше он стоил 50 рублей. Длина шнура 1 метр. А еще вот такие скребочки в Фиксе продаются за 77 рублей. Небольшие. Ручка такая из ЭВА, с пениного. И есть вариант с оранжевыми ручками. Новые часы настольные. Здесь вам понадобится одна пальчиковая батарейка. Она в комплект не идет. 299 рублей. Разные варианты. Вот так вот они выглядят сзади, часики. Так, срок службы 1 год. Ну, как всегда. Так что большего от них и не ждите.
Фикси новый склад. Два вида. Мультиактивная зубная паста. С алоэ и она с фтором. И вторая — это эфирное масло чайного дерева и лактат кальция, эфирное масло мяты перечной, эфирное масло чайного дерева и грейпфрута. Вот эта паста уже не содержит фтор. 99 рублей за 100 грамм. Надо пробовать. И еще в продаже Sense 1, ежедневная защита, морозная мята. Защита от чувствительности, плюс крепкие зубы и здоровые десна. 65 миллилитров, 99 рублей. Паста содержит фтор. Новые мочалки для тела, 77 рублей. Комфорт, люкс. Мочалка с ручками. Производитель — это Ростов-на-Дону. Состав — поролон и синтетическая нить. Полипропилен, резина, мыльница интересной формы. И в разных цветах. У нас розовые, зелененькие, 27,50. Кухонная доска бамбуковая, двухслойная. 38 на 12 сантиметров, 149 рублей. Еще вот такие обновленные доски, тоже бамбуковые, разделочные, 28 на 20 сантиметров. Силиконовая ручка, 199 рублей. Пластиковые емкости для специй на 550 миллилитров. Можно также как сахарницу использовать. 77 рублей. Пластик полипропилен подходит для пищевых продуктов соответственно. Каждый отсек — это 275 миллилитров. И снова в продаже вот такие наборы. Это мерный стаканчик с мерными ложечками. Объем 500 миллилитров. Крышки в разных цветах. $77. Фикси новая серия бамбуковая. Нож для фруктов, 77 рублей. 8,5 сантиметров длина лезвия. Овощечистка не рекомендую. Я такую приобретала, такой формы. У меня сразу же погнулась от первого уже чистения картошки. Тут же отправилась в помойку. И вот такой кухонный универсальный нож. Длина лезвия 13 сантиметров. Вот эти товары 77 рублей, вот этот нож 99 рублей. Вот такие лопатки разной формы. Лопатка сама нейлоновая, ручка бамбук. 33 сантиметра, 77 рублей. Ну и вот они здесь продаются, эти ведерки, наделавшие много шума. Для льда 5 литров 299 рублей. Ведерко с ручкой. Первый же вариант кривой. Не знаю, есть ли смысл. Тут также будет целая коллекция. Материал — оцинкованное железо. То есть ржаветь, в принципе, не должно. Ну, если его, конечно, не царапать специально. И вот такие подносы еще. Ой, как бы снять, чтобы ничего не упало. Вот такой вот подносик Октоберфест. 40 на 30 сантиметров. Разные варианты, 299 рублей. Вот поднос мне нравится, да. А здесь же висят новые вешалки на дверь, крючки. 77 рублей, два крючка, только в черном цвете. Еще новинка, вот такие крючочки, три штуки, 99 рублей. Самоклеющиеся, такие рубашечки. ПВХ, полипропилен. Дополняет эту коллекцию набор подставок под чашку. Три штучки, 55 рублей. Подставки пробковые. Стильненько, мне нравится. У нас в продаже еще остались такие две корзинки для хлеба. 249 рублей.
Я думаю, можно не только для хлеба, можно, к примеру, в шкафу их расположить для хранения носочков, трусиков. Вполне себе вариант. Два варианта у нас осталось. Алмазная вышивка, мозаика, 99 рублей. Новые есть варианты у нас. Такой вот вариант, растительная тематика. Мишки. Домики. Отличный вариант для тех, кто хочет заняться творчеством, но боится, что у него что-то не получится. Здесь у вас получится абсолютно все. Очень легко, просто и, главное, красиво получается. В продуктах новинка. Новая белевская пастила, классическая. Из печеных антоновских яблочек. 100 грамм. Сейчас по акции 66 рублей. Состав яблоки, сахар и яичный белок. В посуде новые формы. 2,2 литра для запекания, круглое. Производство Россия. Синее стекло. 299 рублей. Вот такая форма от Kitchen с ручками. 249 рублей. 1,3 литра. Термостойкое стекло. Так, маленькая форма для выпечки, квадратная, 15 на 15 сантиметров. Тоже Kitchen, 149 рублей. И вот такая прямоугольная форма, 1,6 литра, 299 рублей ее стоимость. Еще есть новиночка. Небольшая пиала, 230 миллилитров, 55 рублей. В белом цвете это фаянс. Нет, это фарфор. Фарфор, да. Какая симпатичная пиала боул. 340 миллилитров, 77 рублей. Также в белом цвете. И здесь состав также фарфор. Большие пиалы боул. 750 миллилитров. Разные цвета. А здесь фарфор также состав. Фаянсовые тарелочки, 22 сантиметра, 199 рублей. Есть потеки. Стандартный набор для фикса. Дороговато. Новые тарелочки от Luminarc. Новая серия. Это Франция, упрочненное стекло. 149 рублей. Такая тарелочка 20 сантиметров. Обеденная тарелочка 24 сантиметра. Так, вот еще новые тарелочки. 600 миллилитров, 99 рублей. Тоненькие, аккуратные, мне очень нравятся. И вот такие цвета. Белые, розовые и зеленые. Есть такие же тарелки большим объемом. 860 миллилитров, их стоимость 149 рублей. А я на этом с вами буду прощаться. Спасибо всем, кто досмотрел видео до конца. Не забывайте о лайках. Вам не сложно, мне приятно. Берегите себя и своих близких. Всем пока-пока.